Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Традиційно у цій порі програма «Гаряча лінія». У студії працює журналіст Олександр Молодцов. І сьогодні я хочу поговорити про книги та бібліотеки. Шановні гості, директор Центральної бібліотеки для дітей та юнацтва імені Шурикобра та Віті Хоменка Наталія Вікторівна Семеліт та завідуюча відділом обслуговування клієнтів Таїсія Олегівна Бліпова. Шановні глядачі, долучайтесь до нашої розмови. Ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете поставити нам запитання за телефоном 76 92 42. Що ж, хотів би розпочати з візитівки. Декілька слів про ваш культурно-освітній заклад, для кого він працює і які обсяги вашої діяльності. Ну, у нас такий заклад, який, мабуть, люблять всі діти нашого міста. І не тільки діти, але й батьки. И дедушки, и бабушки, потому что мы представляем Центральную городскую библиотеку для детей имени Шурикобра Вити Хоменко, которая объединяет еще 10 детских библиотек нашего города, которые находятся в разных районах. В общем-то, наши все детские библиотеки обслуживают около 45 тысяч читателей. Это очень большая армия наших посетителей, которые приходят к нам с разнообразными запросами. Это не только вопросы, связанные со школьной программой, это вопросы, связанные с необходимой информацией по интересам, по различным тем вопросам, которые интересуют наших школьников. Наши библиотеки сегодня представляют собой информационные досуговые центры. И я думаю, что нам бы очень хотелось библиотекарям, чтобы не было такой фразы, которая есть в известном таком комедийном фильме «Как пройти в библиотеку», чтобы они знали, где находятся наши детские библиотеки и какие услуги могут предоставить библиотекари сегодня нашим читателям. Самый главный принцип, наверное, который мы в наших библиотеках сегодня соблюдаем, это опять-таки, чтобы не было так, тихо должно быть в библиотеке. Мы сегодня стараемся, чтобы школьники в библиотеке чувствовали себя полноправными хозяевами, чтобы они могли у нас учиться, могли отдыхать, могли играть. Ну, самое главное – это познавать интересную, хорошую книгу. Такая наша задача. Но хотелось бы мне сказать, что наши, в общем-то, за год библиотеки выдают более 300 тысяч экземпляров книг за год. Это книги на различных носителях, и на бумажных, и на электронных. Потому что во всех наших библиотеках есть интернет. Мы себя позиционируем современными информационными культурными центрами. Есть, конечно, у нас проблемы в том плане, что компьютерную технику нужно обновлять. Мы знаем, насколько сегодня движется прогресс. И перед нами стоит задача вместе с городской властью обновлять компьютерный парк, обновлять наши библиотечные фонды. Як взагалі зараз бібліотеки працюють в умовах такого от обмеженого бюджетного фінансування? Наскільки це важко і наскільки, як ви викручуєтеся? Вы знаете, я хочу сказать, что вот последнее время, вот два года последних, я не могу сказать, чтобы библиотеки финансировались по остаточному принципу. Особенно вот в этом году. В этом году мы достаточно неплохое финансирование получили на комплектование библиотечных фондов. Это на 11 наших библиотек около 200 тысяч гривен. Мы считаем, что это неплохо по сравнению с прошедшими годами, с прошлыми годами. Мы в этом году получили на капитальный ремонт 250 тысяч на центральную библиотеку, на замену витражей. Мы находимся в центре города. Нам бы очень хотелось обновить фасад библиотеки. Мы давно об этом мечтали. Нам нужны новые окна, витражи большие, для того, чтобы в библиотеке была соответствующая тепло- и звукоизоляция. Для библиотеки это важно. Ну и в этом году мы должны сказать, ну вот спасибо нашей городской власти. Тобто розуміння на рівні да, и в частности нашему мэру Юрию Саевичу Гранатурову, который поддержал нас в этом вопросе, депутаты нас поддержали в этом плане. Нам выделили средства на капитальный ремонт. И на текущий ремонт более 200 тысяч наших филиалов, наших библиотек в разных концах нашего города. Ну, тут я не могу не сказать спасибо нашему управлению по делам культуры и охраны
культурных памятников нашему начальнику Лилии Анатольевне Заворотней, которая всегда заботится о библиотеках и всегда старается, ну, как-то наши нужды удовлетворять, поддерживать нас. Без того, чтобы власть нас понимала, наверное, библиотеки бы не выжили. Тем более, что вот сейчас мы получили такой новый манифест работы библиотек Украины в условиях кризиса. Этот манифест был принят Украинской библиотечной ассоциацией. И тут такая красной нитью проходит фраза, что органы местной власти должны обязательно поддерживать библиотеки, должны способствовать их развитию. Потому что сегодня библиотеки – это центры национально-патриотического воспитания детей и молодежи. Сегодня это очень важный момент. Мы все знаем ту обстановку, в которой сегодня живет Украина. И библиотеки в этом плане, в роли воспитания нашей молодежи, играют большую роль. И мы надеемся, что и дальше нас будут поддерживать наши органы власти, понимая значение библиотек сегодня. Это, по сути, единственные бесплатные учреждения, где дети могут получить любую информацию. Це дуже актуально з огляду на те, що зараз час канікули, і тому, якщо батькам дуже важко знайти час для дитини і дуже важко залишити наодинці, залишіть дитину наодинці з книгою. Там буде багато цікавого і, зрештою, є фахівці, які це можуть зробити. Скажіть, будь ласка, що робиться зараз взагалі в бібліотеках саме для дітей та молоді, для того, щоб зробити послуги більш сучасними? Наскільки я знаю, діти зараз дуже добре розбираються в телефонах і в планшетах, напевне, трошки швидше навіть, аніж деякі їх батьки. Що робиться саме для таких дітей, щоб вони отримували інформацію з різних джерел, різні книги? Як це поставлено у вас? Ну, я просто сейчас передам слово Таисе Олеговне Белибовой, заведующей отделом обслуживания читателей. Но перед этим хочу сказать, что мы действительно все делаем для того, чтобы наши библиотеки были информационными, современными информационными центрами, комфортабельными, современными интерьерами, современной мебелью. Ну, к сожалению, не всегда все получается одновременно во всех библиотеках это сделать, но большинство библиотек соответствуют вот этому слову «современная библиотека». Таисия Олеговна, наверное, вы продолжите. Ну, да, я продолжу и хочу, вот вы сказали, что во время каникул куда же пойти детям? Конечно же, в библиотеку, потому что, во-первых, в библиотеке все бесплатно и интересно. У нас работают интернет-центры, которые могут посетить наши читатели. У нас во время летних каникул работает перед библиотекой литературная лужайка по будням дням с 10 до 12, и все желающие могут прийти. Это игровая познавательная площадка, где можно поиграть, почитать книжные новинки, посетить наш синема-холл, посмотреть киноновинки, мультипликационные фильмы. Ну и, конечно, у нас даже есть библиотечные караоке, можем попеть вместе с детьми песни. Ну и встретиться с любимыми книгами, с любимыми писателями на литературных разных путешествиях. Ну, кроме того, что мы делаем для того, чтобы у нас библиотека была современной. Может, у вас есть какие-то интересные спецпроекты? У нас есть интересные проекты. Это прежде всего проекты. Мы знаем, что чтение начинается прежде всего с семьи. И у нас есть такой семейный проект, можно так сказать. Это новый проект, который начал работать с этого 2015 года. Это библиоковоркинг Fly Family. Почему именно Fly Family? Мы дали такое... Летающая семья? Да, да, потому что Fly есть Fly мама. Она свободная, все успевающая, независимая мама. И мы знаем, что мамы сейчас могут все. Ну, вы знаете, наверное, что такое коворкинг. Это прежде всего место, где могут все найти что-то себе по интересам, пообщаться в непринужденной обстановке. И это в основном используют фрилансеры. Ну, библиотека, она имеет как информационные ресурсы, так и физическое пространство для того, чтобы организовать работу и досуг для всей семьи. Активный и насыщенный. Да, и поэтому мы решили, что наши семьи должны тоже проводить в библиотеке как бы больше своего времени. До речи, мы подготовили несколько слайдов. Да, мы можем увидеть видеоряд. Это наши читатели могут увидеть и наши праздники перед библиотекой, и клуб, и кружки, которые работают в библиотеке, потому что у нас есть клубы и кружки от самых маленьких, семейные, вот такие, как и библиокружка, там, где занимаются практически от 2 лет, и у нас есть интернет-клуб «Золотой век» для людей
почетного, скажем так, возраста. Это бабушки и дедушки наших читателей, которые хотят идти ногу со временем и учатся компьютерной грамотности. Но они даже после того, как они уже научились всему в интернете, они не хотят уходить из нашей библиотеки. Они говорят, мы хотим, создали они клуб общения. И также вот «Золотой век», они занимаются там мастер-классами, они занимаются йогой, они поют песни, они обсуждают интересные книжные новинки. И эти мастер-классы, кстати, они проводят также, продолжают проводить и для наших пользователей и читателей. И я еще раз остановлюсь на этом, что это все в библиотеке абсолютно бесплатно. И мы даже, Таисия Олеговна, хотим расширять это на базе других наших библиотек. Мы видим, насколько это пользуется спросом, когда бабушки наших читателей тоже видят в библиотеке возможность для быть полезными. И для себя получить информацию, пользу, и для наших читателей передать свой опыт и знания. Ну, я бы хотела еще добавить, что вот у нас тоже начал работать в этом году новый клуб «Арт-формат». У нас очень талантливый город, у нас много талантов. И мы решили наше молодое поколение, которое не очень знает в это направление, знакомить все-таки с нашими молодыми певцами, художниками, фотографами, музыкантами. И у нас вот была презентация. Кстати, были и ваши коллеги присутствовали. Это Евгения Барбина. Бардина была, и Аня Атланова, которая... и у нас сейчас в библиотеке можно просто прийти на художественную выставку. У нас была выставка по вышивке. У нас сейчас выставка графики проходит Светланы Чебановой, известной в Николаеве художницы. Так что у нас в библиотеке можно найти по любому вкусу, по любому интересу не только книгу, но и себе занятия. Дійсно, якби я був молодший, я, напевне, обов'язково до вас би завітав після такої реклами. Давайте поговоримо про читання як процес пізнання. Я завжди, коли у нас в гостях фахівці бібліотечної справи, запитую їх, як взагалі зараз шкільна молодь ставиться до процесу читання, наскільки це у них виходить добре, наскільки зараз це змінилося, тому що, наприклад, коли я навчався, ми з кожним курсом робили такі закиди на адресу нашого молодого покоління, що, мовляв, ми більше часу проводили в студентських бібліотеках, а от зараз вони не є такими. Чи це правда, чи це неправда? Як взагалі школярі ходять активно? Ну, ви на початку програми сказали декілька цифр. Я схильний вірити, дійсно є читацький інтерес. От хотілося б, щоб ви про це більше розповіли. Вы знаете, к сожалению, сейчас бытует такое мнение, что молодежь стала читать намного меньше, молодежь стала реже приходить в библиотеку. Но, знаете, может быть, действительно, меньше стали брать книг на бумажных носителях. Мы это видим, мы смотрим, что все-таки как ребенок читает, все-таки зависит от семьи. Если это читающая семья, если ребенок приучен к чтению в семье с самого раннего возраста, он будет продолжать приходить и брать книги. Пусть это будут книги не обязательно традиционные книги, к которым мы привыкли, но все равно он будет получать информацию, он будет читать электронные книги, да, он будет ходить с айпадом, он будет ходить с планшетом, но он все равно будет читать. Вот. Но есть, конечно, к сожалению, такой период у нас в стране и был, и остается, когда родители слишком заняты добыванием денег для того, чтобы как-то прожить в этой жизни. И они мало уделяли внимания в семье ребенку, чтобы он читал, чтобы он приходил в библиотеку. Последствия этому мы видим. Дети не знают, что такое литература, не знают писатели, не знают книг. Но здесь уже мы так понимаем, что на помощь должна прийти школа. Когда учителя дают своим школьникам помощь школьной программе, дополнительная какую-то списки, литературы. И вы знаете, вот в этом году очень много у нас читателей приходят со списками в помощь школьной программе. Ребята приходят, берут книги, и мы видим, что действительно как-то уже повышается интерес к чтению, возвращается вот тот, да, былой поток читателей, который был раньше. Я вот прохожу иногда по нашему абонементу, где книги выдаются на дом, и радуюсь, что к нам приходят и подростки, и их родители, и берут книги на лето, читают их.
Ну, Таисия Олеговна, да, ваш опыт. Да, я хотела бы тоже зубли. Да, потому что сейчас, да, дали списки школьной программы, и они очень насыщены. Это как и современная литература, наша украинская, это зарубежные наши классики, это Андерсен, Грим, это Дефо, и наша украинская литература, которая тоже 20-19 столетие, то, что читают. И дети, кроме того, что они выбирают книгу по школьному формату, они все-таки берут книгу и себе по интересам. Это энциклопедии, это художественная литература. Ну, мальчики в основном любят, конечно, фантастику, детективы. Девочки предпочитают и детективы, и любовные романы. Ну, а наши младшие, в разный возраст, они любят и как приключения, сказки. И спасибо, что сегодня мы можем нашим читателям их порадовать и предоставить литературу на любой вкус. Паперова книга живе, вона розвивається, але все ж таки у мене зустрічне питання. Ви розповідали про те, що у вас бібліотека дуже часто дає комп'ютерні послуги, і не лише для молодого покоління, але й для більш літніх людей. Як ви взагалі вважаєте, чи от айпади, планшети, комп'ютери, чи можуть вони конкурувати з книгою в якійсь мірі? Чи не відіб'є це інтерес до традиційних носіїв, оця загальна комп'ютеризація, яка зараз є? Тому що, наприклад, ті ж самі ігри, вони занадто такі яскраві, і буває простіше дитині кинутись на яскраву дію на екрані, ніж просто сісти, подумати. А читання, як ви знаєте, це розумова праця, дуже вона тримає в напруженні. От як ви думаєте, комп'ютер не відіб'є оцю тонку грань, коли треба сісти, знайти час і подумати над тим, що ти читаєш? Какой-то степени, конечно, отобьет, вы правы. Мы это видим, мы наблюдаем, что некоторые ребята приходят в библиотеку, и в нашем интернет-центре они стараются только играть. Но для этого, наверное, и существует библиотека, и библиотекари, специалисты, педагоги в какой-то степени, которые стараются с помощью своих каких-то форм и методов привлечь ребят и к чтению книги. Вот у нас в библиотеке, ребята, есть такой круг ребят постоянных, которые приходят только на игры. Но обязательно два раза в день библиотекарь проводит с ребятами или какую-то игру по книгам. То есть они должны в интернете найти какого-то автора, найти какую-то книгу, найти какую-то тему. То есть дома вряд ли кто-то его научит это делать. А мы таким образом через интернет приобщаем ребят к поиску необходимой информации и к чтению книг. Потому что, правильно вы сказали, книга может быть и на электронных носителях. И у нас есть такой девиз «формат не має значення». То есть читает ребенок книгу в электронном режиме? Пожалуйста. Удобнее ему, там, допустим, как мы привыкли в свое время, в дождливое время, залезть под одеяло теплое, взять книжку и читать ее с интересом. Ну, времена меняются, и ребята любят читать в электронном формате. Пожалуйста, пусть читают. Но библиотекари приучают их делать и эту работу. То есть уметь искать необходимую информацию в интернете. Причем, вы знаете, что в библиотеке у нас безопасный интернет. То есть у нас защищены наши все программы от вирусов различных, от той неполезной информации, которую ребята могут получить дома. В библиотеке здесь такое исключено. Конечно, контроль. Ну, стоят фильтры. Да, и обучение. Вот, кстати, сейчас такой проект готовится совместно с управлением образования, институтом последипломной свиты, с Николаевской областной библиотечной ассоциацией, школьными библиотеками, библиотеками для детей готовится такой проект, как медиаобразование. То есть мы будем обучать школьников, надеюсь, уже с этого 1 сентября этого года, умению медиаграмотности, то есть как находить в интернете необходимую информацию и для обучения, и для поиска информации по своим интересам. Я думаю, что это будет очень полезный проект и необходимый, и на уровне управления образованием, управления культуры. Если это будет проводиться, я думаю, мы достигнем значительных успехов в этом. Я теж так думаю. Дивіться, я запитав про конкуренцію книги та комп'ютера не дарма, тому що цими днями мені на очі потрапила стаття, де говориться, що сьогодні у багатьох людей, не лише молодого покоління, розвивається кліпове мислення. Тобто людина сприймає невеличкі порції інформації буквально на один скрол мишкою, на один пост в Фейсбуці і далі вже просто
ну, людина не сприймає більший обсяг інформації. От я хотів би підкреслити цей момент, що саме читання великих текстів, де треба встановлювати зв'язки між собою, пам'ятати всіх героїв, всі сюжетні лінії, вона дійсно тренує мозок в тому відношенні, що людина може запам'ятовувати великі обсяги інформації. Ну, це моє нефахове мислення. Да. І воно дає допомогу в тому відношенні, що людина не просто читає новини по шматочку і в одне вухо влетіло, а далі ми вже нічого не пам'ятаємо. Це дійсно такий виховний момент має бути. Підтвердіть, напевне, великі романи все-таки мають свою цінність не лише художню, але й виховну. Сто процентов, наверное, да, потому что я хотела добавить, что у нас в Украине был проект такой «Украина читает детям» или «Читает еще вслух», потому что очень важно, что мы даже для дошкольников, вот к нам приходят детские садики, и мы стараемся им читать сказки, потому что, ну, мы знаем, что родители не могут вечером, бывает, не всегда хватает времени прочитать какие-то сказки или что-то детям, и поэтому библиотека и взяли на себя эту обязанность, и мы знаем, что мы растим наших будущих читателей, что они к нам придут за книгой. Быть может, у нас это будет только в электронном формате, но все равно они будут читать. Это вот для, наверное, самое главное. Но я хочу Александра поддержать, что все-таки вот это клиповое мышление, оно действительно существует. И вы знаете, вот мне пришлось бывать по обмену опытом в многих западных библиотеках. То есть в Финляндии я была, во Франции, в Париже мы были в библиотеках, где, кстати, существуют самостоятельные детские библиотеки. И там даже существуют библиотеки комиксов, целые отделы комиксов. Тобто уже навіть читати не треба. Понимаете, ну вот такое время сегодня, слишком много информации получает человек. И если раньше информации было мало, и была возможность читать толстый роман «Войну и мир», два тома, не знаю, все ли прочли, или четыре тома даже, ну, там по-разному. Да. Но сейчас такое время, да, клиповое мышление преобладает. И я не думаю, что это большая трагедия. Я думаю, что тогда человек получит больше информации. Тот, кто хочет развиваться, он будет читать и дальше, он будет читать больше информации, получать для себя и с помощью интернета, и с помощью книг на бумажных носителях. Ну вот. А тот, кто получит какой-то объем небольшой информации, и тоже будет стараться это развивать в своей дальнейшей жизни и деятельности, думаю, что это не так страшно. Это такое сегодня время. Дійсно, хорошо, в мене дещо таке філософське питання, яке, напевне, може вибитися за хронометраж нашої програми. Як правильно виховати читацькі уподобання, смаки? Ми вже торкалися цього питання. Від чого це залежить? Росте молоде покоління, ви краще мене знаєте, його якось привчають до книги, і потім це йде йому лише на користь. Як це правильно зробити, з чого це починається? Ми говорили про роль сім'ї. От, приводить ребенка в библиотеку почаще, потому что действительно мы касались этой темы, говорили о том, что у родителей сегодня мало времени для того, чтобы читать. Нет сегодня тех традиций чтения, которые были еще каких-то 20-30 лет назад, когда в семье могли вслух читать книгу, обсуждать ее. Прошло время, сегодня уже не так. Нет у родителей, приходите в библиотеку. В библиотеке действительно очень много разных форм работы, необычных. Когда ребенок будет знакомиться с книгой, когда профессионалы, библиотекари предложат именно то, что сегодня ему будет и интересно, и полезно. Поэтому мы приглашаем всех родителей с детьми в библиотеку. Мы вам поможем воспитать читателя, грамотного читателя, знающего читателя, и чем чаще он будет к нам приходить, тем больше пользы он получит. И не только мы приглашаем детей, но и родителей, потому что у нас Академия семейного чтения тоже была, да, когда мы приглашали специалистов, психологов, педагогов, которые тоже обучали родителей, на какие моменты в разные периоды возраста ребенка обращать внимание, как воспитывать, там, усидчивость, как воспитывать там, какое-то уважение к старшему взрослому. Сейчас такое время, что, наверное, надо к этому возвращаться, к воспитанию нравственных каких-то начал у наших детей. Ну, наскільки я можу про це судити, раніше сім'ї мали можливість
робити велику підписку, дуже багато журналів «Вокруг світа», «Роботниця», це те, що я по своїй сім'ї пам'ятаю. «Совєтський екран», наприклад, колись були такі кіножурнали, то сьогодні, напевне, це за дороге задоволення буде, тому що і папір дорогий, і підписка дорога, і журнали дорогі, а книги, ну, зрештою, я буваю в книжних магазинах і бачу, що дуже багато книг вартують стільки, що, напевно, все-таки буде зручніше купити електронну книгу і скачати її з інтернету, так, або взяти в бібліотеці. Так. Тому, напевне, певне зниження цього читацького інтересу, яке може спостерігатися, то це, напевне, не через те, що люди не читають взагалі. А економічні проблеми дуже. Так, да, ви прави совершенно. Хоча у нас 96 найменувань періодичних видань. І ребята молодшого школьного віку обожають читати журнали різні, які у нас є в бібліотеці. Они их листают, они читают, они берут их домой, поэтому опять приглашаю. Приходите к нам в бібліотеку. І не тільки сім'ї. К нам, но во всі дітські бібліотеки нашого міста. Добре, в мене, напевне, буде одне з наших останніх питань. Є зараз, ми багато говорили сьогодні і про електронні книги, і про паперові. От я цікаву статистику читав, що минулого року вперше в світі обсяг продажів електронних видань, він зрівнявся з продажем паперових видань. От давайте поміркуємо. Я знаю, що в Україні така практика впровадження електронних видань легально в бібліотеках, вона не зовсім прийнятна, її, здається, в Україні немає. Як ви думаєте, що це гальмує? Я як читач скажу, мені було б набагато зручніше прийти в бібліотеку, замовити книгу, заплатити невелику копійку, взяти і просто скачати відразу на свій електронний пристрій і читати так же само, як я читаю книги традиційні. Що гальмує цю справу у нас в Україні? Ви знаєте, я думаю, що це нормальний процес, це процес будущего, але все залежить від тих видавництв, які сьогодні видають книги на бумажних носителях, і вони повинні перейти на те, щоб видавати книги на електронних носителях. І бібліотеки, так же, як вони комплектують свої бібліотечні фонди книгами традиційними, будуть приобретати книги в електронному режимі. Эта книга будет бесплатно тоже скачиваться читателем, когда ему нужно будет прочитать. Книга также будет иметь какой-то срок действия, как и вот, допустим, книга через 10 раз ее выдали, по идее ее уже надо списать, потому что санитарные нормы уже книги не позволяют ее выдавать, она изнашивается. Точно так эта книга через там 10 раз ее выдали, мы уже будем приобретать новые. То есть это процесс будущего. Уже над этим думают наша Украинская библиотечная ассоциация. И все зависит от того, как этот процесс на общегосударственном уровне будет регулироваться. Что электронная книга должна получить ход, она должна приобретаться библиотеками, потому что действительно сегодня купить домой там электронную книгу или закачать ее, нет такой возможности. Мы ждем, это дело будущего. Для тих глядачів, які думають, що це висловлять певні скептичні питання з цього приводу, я мушу сказати, що всі провідні онлайн, вірніше, не онлайн, реальні бібліотеки в світі, Торонто, Нью-Йорк, Лондон, вони всі мають свій онлайн-архів. Якщо людина, фахівець, наприклад, шукає манускрипт 16 століття, то якщо вона володіє мовою, вона може без проблем це знайти в відкритому доступі, сидячи, наприклад, в Україні, в Миколаєві, це реально знайти. Тому це не фантастика, насправді я сам це робив і зрештою маю сказати, що це дійсно реальне життя зараз. Гаразд, час нашої програми добігає кінця, я мушу ставити крапку. Шановні глядачі, ви дивились «Гарячу лінію», з вами був журналіст Олександр Молодцов. Ми сьогодні говорили про питання книжні та бібліотечні. Шановні запрошені гості, директор Центральної міської бібліотеки для дітей імені Шурикобера і Віті Хоменко Наталя Семеліт та завідуюча відділом обслуговування читачів Таїсія Беліпова. Дякую вам за коментарі, до побачення. А з вами, шановні глядачі, ми ще не прощаємося. До зустрічі в ефірі за декілька хвилин.